Друзья, заберу буквально 2 минуты вашего внимания перед просмотром основного видео, чтобы поделиться информацией о своем онлайн-курсе «Личный бренд стоматолога», который состоит на данный момент уже из 30 видеоуроков. Часть уроков были записаны лично мною, часть лучшими стоматологами современности с сильным персональным брендом доктора, брендом клиники или медицинской компании. В рамках этого курса мы разбираем абсолютно все аспекты, которые напрямую влияют на эффективность вашей стоматологической практики. Более подробно со списком уроков вы сможете познакомиться по ссылке в описании к этому видео. Также важно зафиксировать, что приобретая место на этом обучении, у вас остается постоянный доступ к нему, и количество видеоуроков будет постепенно увеличиваться по мере того, как меняются современные тренды и технологии развития личного бренда, по мере приглашения новых спикеров и экспертов в этот проект. И также лично я регулярно прохожу обучение по этой теме, и у меня постоянно появляется новая информация, которой я буду делиться с вами. И все новые уроки будут для вас абсолютно бесплатными. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу и жду вас на онлайн-курсе «Личный бренд стоматолога». Спасибо за внимание, а теперь приятного просмотра видео. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Дима. Хочу вам провести небольшую экскурсию по нашему офису и учебному центру. Здесь работает наша команда. У меня была задача, идея, концепт эргономики воплотить даже здесь, на рабочих местах. То есть вот, ну, посмотрите, пространство спланировано таким образом, чтобы все с одной стороны видели друг друга, с другой стороны, чтобы у каждого был вот такой небольшой свой уголок. У нас все столы растущие, то есть с возможностью при желании встать и поработать стоя. Ну вот небольшой офис, антресоль, это мы тоже сами все придумывали. Здесь за счет того, что большие потолки, а желаний у нас всегда больше, чем возможностей, придумали вот такой антресоль. Небольшой кабинет, который я планировал сделать для себя, но в итоге у меня своего места в офисе до сих пор так и нет. И небольшая переговорная, не знаю, хотите подняться туда? Давайте поднимемся, почему нет? Конечно. Вот и вы в кадр попали. Здесь у нас получается переговорная. Да, здесь вот небольшой складик такой для внутренних нужд. Ну и вот здесь переговорная. Зрение проверить. Здесь вручается оптика. Здесь можно посидеть, побеседовать, кого-то принять. Мы наши какие-то внутренние тут совещания проводим. Ну, немножко поддавливает потолок, но это вот издержки производства, что называется, такое помещение. Пойдемте дальше. И отсюда открывается очень классный вид, кстати. И да, мы... да, можно смотреть... И всех контролировать. Вечно можно смотреть на три вещи. Огонь, воду и как другие работают. Здесь у нас кабинет руководителя учебного центра Марии Анисимова. Сегодня выходной у нее. Собственно, как и у всех ребят. Ты хотел, чтобы не было никого, поэтому мы встретились в выходной. Чтобы максимально показать все пространство. Без людей. Небольшая кухня. Кухня для сотрудников, ну какие-то вот перекусы тут посидеть. У меня в планах завесить тут все фотографиями с корпоративов, чтобы люди заходили и вспоминали о том, как им весело было вместе. И небольшой кабинет инженера. Ну вот, маленький, но посмотрите, какой у парня порядок. Окей. Идем дальше. Если говорить вообще о месте и о помещении, это жилой комплекс «Эгодом». Проектировал один модный московский архитектор, архитектурное бюро. В таком сделано все это в скандинавском, нордическом
стиле, очень продуманное вообще пространство, жилые, двор. Вообще место такое очень nice design. Переходим в следующий блок. Это уже учебная часть, то есть это учебный центр. Здесь есть отдельный вход, мы зашли с вами через офис. Здесь отдельный вход. Это вот такая раздача для кофе-брейков утренних и дневных. Вот, у нас тут есть барные холодильнички со всякими вкусностями. Здесь учебная аудитория, лекционный зал. Давайте зайдем. Лекционный зал на посадку из 25 человек. Можно больше, но будет уже немножко тесновато. Вот стулья с пюпитрами. И что мне нравится, пюпитры очень жесткие. То есть вот обычно с ними проблемы, писать неудобно. А здесь действительно можно вот целый день сидеть удобно, удобно писать. Прикольно. Но мы еще протестируем. Да. Ну что еще рассказать? Вот, наверное, скажу об этой картине. Мы давно сотрудничаем с учебным центром StormWeb. Это такая площадка для дентального образования. И вот руководитель этого проекта Васиф Абасов на досуге занимается творчеством. И вот одно из его картин. То есть это его картина? Это его картина. Он рисует на планшете, и за счет этого можно масштабировать ее было сколько угодно много. Ну, такая вот философская тема про деньги. Картина. Богатство и бедность во всей красе. Здесь можно смотреть трансляцию из учебного центра, из кабинета. Много света, высокий потолок, есть воздух. Так что целый день здесь достаточно комфортно. Вообще, если говорить про проект, это помещение строилось с нуля. 3 месяца у нас взяло проектирование. У нас есть маленький отдел, который занимается проектированием стоматологических клиник и медицинских центров. Вот он поучаствовал, внешних специалистов мы привлекали. То есть это был серьезно, к этому проекту мы серьезно готовились. Проект на кондиционирование воздуха, вентиляция, водоснабжение, слаботочные сети, видео. Ну, в общем, вот сначала мы все это сделали на бумаге и только после этого начали строить. Меня всегда увлекали истории древних высокоразвитых цивилизаций. И вот, собственно, кто был в Перу, в пустыне Наска, наверное, видел такие геоглифы. И вот нам одна классная питерская художница сделала вот такой вот триптих на мотиву пустыни Наска. Здесь место администратора, здесь встречают посетителей курсов, студентов, дают им небольшую информацию, как у нас тут все устроено, ну там со списками сверяются. В туалеты будем заходить? Ну можно. Давайте обычно вот, все хвастаются. Ну, не знаю, можно ли хвастаться туалетом. Я, наверное, похвастаюсь тем, что у нас есть туалет для инвалидов, для малоподвижных групп. Специально вот он такой большой. Инвалидов пока у нас не было, но если что, мы готовы их принять и участвуем в проекте «Доступная среда». Напитки для курсантов, небольшая экспозиция наших партнеров компании ATIS. ATIS Russia оснащает полностью наши курсы своими приборами. Вот такая коллаборация работает уже
больше года, и мы очень этим взаимодействием гордимся. Здесь гардероб для посетителей. Здесь еще вот такая небольшая зона для кофе непосредственно в практическую зону с напитками и едой заходить категорически нельзя. Вот, поэтому что-то вот можно поставить, оставить здесь. У нас система фильтрации. Вода, это городская вода. Это городская вода со специальными фильтрами обратного осмоса. Так что можно пить. Воспользуюсь. Сказано и сразу сделано. Проверено на себе. Так, точно. Так, ну давайте зайдем в... Здесь серверное, здесь секретное помещение, не буду вам показывать его. Здесь лечебный кабинет, сделанный по ГОСТам, по СНИПам и по, так скажем, критериям эргономики. Здесь есть возможность вот так видеть, что происходит там, но на самом деле важно наоборот. Видеть, что происходит здесь. Угу. То есть с микроскопа и с камеры. Давайте тоже свет, наверное, включим. А давайте мы распакуем микроскоп, покажем сразу и микроскоп. Давайте. Потому что здесь очень крутое оснащение. Давайте. Я думаю, что это... Давайте. Это важно показать, что это не просто микроскоп. Нет, это не просто микроскоп. Это топовый микроскоп Flexion Twin от компании CG Optic, это наши партнеры, мы с ними работаем уже много лет. Вот покажу, почему он называется Flexion, то есть подвижный, да? Угу. Посмотрите, буквально вот за счет конструкции моноглоб вы совершенно такими легкими плавными движениями он работает, вращается во всех плоскостях, то есть можно его в таком положении зафиксировать и, в принципе, даже переводить в любое другое положение. Вот. Значит, здесь есть куча всяких фильтров модных. Ну, я думаю, не будем уходить в рекламу микроскопа. Если кто-то хочет посмотреть обзор, он есть в YouTube на нашем канале. И вот спасибо Александру Бабурову, который в свое время делал нам подробный обзор. Ну что, стандартное, всем известное кресло Sirona Intega. Sirona тоже наши партнеры, мы являемся дистрибьюторами этой компании. Линейка у них достаточно широкая, от наконечников до компьютерных томографов. Установка очень надежная. Их огромное количество установлено в России, что, на мой взгляд, является важным фактором для принятия решения о покупке. То есть парк у них действительно в России большой. Я являюсь поклонником верхней подачи. Да? Ну что, Федя вот у нас тут... А давайте еще подробнее про фантом, потому что фантом? Я знаю, что у вас очень крутые фантомы. Да, значит, есть, на мой взгляд, две достойные компании, которые делают вот фантомное оборудование. Это компания Frasaco и компания Nissin. Nissin – японская компания, в свое время была подразделением Джей Морита. Вот он. Да, угу. А сегодня независимая компания, которая действительно делает очень-очень крутое фантомное оборудование. Вот у них есть все, что можно только представить, вплоть до роботов фантомных. Мы пока вот до этого не дошли, но, безусловно, за этим будущее. Это PrimeScan, это интраоральный сканер, топовый, от компании Sirona. Мы, на самом деле, большое внимание сейчас уделяем направлению цифры. CAD/CAM плотно вошел в среду обитания не только уже зубных техников, но и стоматологов.
У нас в портфеле есть несколько сканеров различной ценовой категории. Все они здесь представлены, можно прийти, посканировать, попробовать, посравнивать. У нас есть несколько ребят, которые за это отвечают, поэтому welcome. То есть можно там прям прийти на курс и протестировать сканер? Можно прийти на курс протестировать, можно просто прийти можно просто и прийти. Протестировать, да. Круто. Нам делают мебель под заказ. Давайте, может быть, остановлюсь подробно. Посмотрите, это One Piece, то есть это целиковый блок. Он левитирующий. С подсветкой такой. И здесь рабочая поверхность может быть вот, для, собственно, работы с CRM-системой, со снимками визиографическими. Вот, собственно, концепт эргономики, да, когда ничего нету на поверхности. Все вот так вот убирается, задвигается. Здесь все поверхности тоже могут работать как ящики, а могут работать как дополнительные рабочие поверхности. Круто. Здесь у нас мыло и дезинфекция. Удобно брать отсюда вот перчатки, салфетки. Ну и опять же, все это, когда в закрытом таком состоянии. Мне очень нравится, что ничего не видно, минималистично. Просто подносишь. Ой. Здесь тоже все бесконтактное. Идеальный какой-то рабочий кабинет. Ну, я думаю, что многие стоматологи хотели бы, надеюсь, да, что да, они хотели бы работать в таких условиях. Опять же, здесь трансляция для ассистента, конечно. Вот. Здесь мы даже подвели все, что связано с медицинскими газами. Конечно, мы это не используем, но, опять же, это вот как это должно быть. Или как может быть. В идеале. Как это может быть, да. Вот. Ну, при желании, опять же, можно делать седацию. Здесь такой тамбур и технический кабинет. Видите, он сделан как звукозаписывающая студия. Давайте включу тоже свет. С шумопоглощающими панелями. Здесь компрессор, аспирация. Вот. Бывает здесь тепло. Но... Это правда. Да. На самом деле не слышно ничего. Вот, по крайней мере, уж в аудитории точно. Отсюда мы попадаем в небольшую... Цифролабу, назову это так. То есть это небольшая зуботехническая лаборатория на 2 рабочих места. Вот то, что можно сегодня отжать от площади 8,5 квадратных метров. То есть тенденция вообще цифролабы в действующей клиники, она становится все более и более актуальным. То есть было время, когда лаборатории закрывали, отдавали, собственно, эту услугу на аутсортинг. А теперь мы возвращаемся. Опять же, цифра работает. Цифровые технологии дают возможность на маленькой площади с небольшими относительно инвестициями иметь продукт in the house, то есть работать полный цикл от сканирования до производства, получать у себя в клинике. Пройдемся по оборудованию? Можно пройтись по оборудованию. Единственное, у нас кое-какие вещи вывезли на конгресс. У нас конгресс проходит сейчас в ЦДП. Здесь у нас стоит 3D-принтер Aziga. Это топовая компания из Австралии. Здесь моются модельки, здесь они проходят окончательную полимеризацию с помощью вот такого прибора и
подключенного к нему баллона с азотом. Это очень важно. Вот. Ну вот здесь, собственно, приборы, подготовленные для курсов. Здесь фрезерный станок и печь для синтеризации циркония. Собственно, рабочее место техника, который может что-то там подпилить, подкрасить, опять же, допечь, доглазуровать и так далее. Вот, такой, знаете, это все в фантомном состоянии. Сейчас покажу вам модельки. Вот такие модельки печатает Азига. Посмотрите, разборные модели. Фит, видите, настолько плотный, что надо усилие небольшое применить для того, чтобы достать зуб из разборной модели. Вот. Ну, то есть это говорит о том, что действительно вот посадка и фит. Угу. Может быть, где-то короночку даже фрезера. Вот. Не знаю, откуда, с какого зуба. Вот так вот это выглядит. То есть, смотрите, здесь нету ни гипса. Только цифра. Все в цифре. Все в цифре, да. Все чисто, аккуратно. Все чисто и аккуратно, правда. Заходим. Заходим. Самое главное. Самое главное. Вот наша гордость. Не знаю, возможно, я не прав, но хотелось бы верить, что на сегодняшний день это самый технологичный и оснащенный учебный центр на постсоветском пространстве, скажем так. Значит, индивидуально разработанные столы. Каждое вот это место было разработано именно под наши нужды. Это лекторское место. А здесь происходит управление звуком. И с техноскопа, то есть с микроскопа лекторского, можно транслировать в лекционный зал, можно транслировать сюда на места. Значит, что у нас тут есть? Во-первых, есть вот такая вытяжка. Вытяжка работает тихо. Достаточно тихо, насколько это возможно, но при этом достаточно мощная. Это для тех случаев, когда мы работаем с моделями в руках. Таким образом убирается, никому не мешает. Дальше. Непосредственно фантомное место оборудовано вот такой же головой. То есть тут 20 вот таких Федоров у нас. Съемные модельки. Так это быстро снимается. Очень качественные японские двух- или трехслойные зубы. Очень важно хорошие зубы использовать для фантомов, потому что, когда вы препарируете, не тянется пластмасса, то есть она не горит, а она настолько твердая, максимально приближена к текстуре естественных зубов. Место оснащено и ассистентским модулем, и врачебным модулем. То есть два пистолета, электрический мотор и турбина. Но мы используем повышающие наконечники, поэтому турбин нет у нас. Это управление звуком. Звук весь у нас в потолке. Лектор работает с гарнитурой. Ну, собственно, каналы в каждом помещении отдельно регулируется звук. Okay. Вот. Если говорить про видео, то по видео тоже много возможностей. Часть из них мы даже на сегодняшний день не используем. Но, опять же, трансляции можно делать из лечебного кабинета, отсюда в лекционный зал, откуда-то извне, из другой клиники, с другого континента, может быть, даже скоро с другой планеты. Окей. Вот. Стулья. У каждого курсанта эргономичный шведский стул. Это вот дизайн Бруно Мэтсена.
удобно и комфортно можно на нем сидеть. Посмотрите. И все места действительно оснащены одинаково. Мы как бы никого не ущемляем в процессе. Если говорить о тематике курсов, которые здесь проходят, это абсолютно междисциплинарная история. Это и ортопеды, и терапевты, эндодонтисты, хирурги, пародонтологи. Еще раз, вот Tom Webb – это наш якорный арендатор и наш партнер. Это действительно высокого уровня организация курсов, и поэтому мы вот с удовольствием, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, то есть мы даем некую технический саппорт, а все, что связано с организацией, набором слушателей, занимается StoneWeb. Здорово было бы, конечно, поснимать, когда идет учебный процесс, чтобы понять, почувствовать вот эту атмосферу. Сейчас немножко как-то пустовато, темные эти экраны. Важная часть любого курса – это протокол оснащения инструментами индивидуальными, какими-то вот фишечками, инструментами, расходниками. У нас есть несколько партнеров, которые нам помогают с оснащением курсов. И еще раз, все это вкупе дает полноценный процесс обучения. Здесь все по-настоящему, я говорю так. Ну, я думаю, самый главный вопрос, наверное, который интересует всех, там, кто читает курсы здесь, это стоимость этой площадки. Мы же можем это сказать на камеру? Или это история индивидуально больше? Нет, есть открытый прайс. Единственное, это немножко, помните, да, каждый занимается своим делом. Ага. Не моя компетенция. Лучше бы, конечно, с этим к руководителю учебного центра. Да. Я думаю, что на сегодняшний день для аренды, наверное, это самая дорогая площадка. Но если сопоставить инвестиции, то есть расценивать это как бизнес-проект, ну, я бы бизнес-проектом это не назвал. Я понял. То есть соотношение инвестиций и стоимости аренды, оно, конечно, в сторону арендаторов, а не в сторону арендодателя. Вот. Ну, у нас немножко другие задачи. Все-таки у нас компания, которая занимается продажами. Вот. И здесь представлены наши технологии и продукты, которые после курсов плавно, потихоньку, степ-бай-степ перемещаются в стоматологические клиники. Вот, и в этом плане, наверное, можно гордиться тем, что мы какие-то тренды в этом отношении задаем. Круто. Ну, мы тогда узнаем прайс, кинем в описании под этим видео. Да, окей. И контакты руководителя. И контакты руководителя учебного центра, потому что площадка очень технически оснащена. Значит, что касается курсов непосредственно, стоимости курсов, я думаю, вам проще на StoneWeb зайти и посмотреть. У нас читают ведущие российские спикеры. Вот не хотелось бы перечислять, дабы никого не забыть. Да, но лица все знакомые. Окей. Значит, ссылку на курсы мы тоже кинем. А вот, пожалуйста, тут даже можно посмотреть ближайшие мероприятия. Часть уже есть. Отлично. Спасибо за экскурсию, во-первых. Всегда пожалуйста. Я хотел бы, наверное, чтобы вы немножко рассказали о себе, для тех, кто о вас ничего не знает. Какая-то краткая биография, как вы пришли к тому, что есть сейчас? К собеседованию, да? Собеседование. Пособеседуйте. Вкратце, буквально основные моменты. Как все в этой жизни, знаете, случайно или не случайно. Мне нравится фраза «в нужное время, в нужном месте». На самом деле мне очень повезло встретить на своем профессиональном пути важных, нужных, умных, открытых людей.
На самом деле все, что на сегодняшний день есть, это так или иначе я где-то, что называется, черпал вдохновение, и, допустим, идея вообще заниматься вот обучением, делать такие площадки, у меня появилась после первого моего визита в Израиль на курс Миши Соломонова. Вот. Человек, который организует, собственно, там этот процесс, не процесс обучения, а вот предоставляет площадку. Очень интересный дядька, Марк Боцер его зовут. Многие его в России знают, он приезжал не единожды с лекциями, с курсами. Очень крутой дядька, эргоном, причем эргоном не в плане там стоматологии, а вообще как бы жизненной философии, да, допустим, там, если ты пришел вовремя на встречу, значит, ты на 5 минут опоздал. Да, ну то есть тебе, чтобы настроиться на там какую-то беседу, да, нужно хотя бы прийти за 5 минут, выдохнуть, переключиться на эти мысли, а вот не врываться. Ну вот какие-то такие вещи интересные. Сколько времени у вас занимает за всю трудовую карьеру хлопание вот этими ящиками в кабинете? Сколько времени вы в жизни проводите на то, чтобы ездить на лифте? Поэтому я на первом этаже живу. Интересные запросы. Да, на самом деле, если это просчитать на минуты, часы, недели, это в годы все складывается. Вот. А эти годы можно же по-разному распорядиться ими. 100%. Да. Но возвращаясь к вам. Да. Значит, я закончил Аэрокосмический университет. У меня специальность медицинская электроника. И на защите диплома меня позвали в одну медицинскую компанию. Я там поработал какое-то время, потом пути собственников разошлись. Ну, для меня это было сигналом о том, что мне тоже... Каждый пошел там по своей дороге, я в том числе. При этом у меня прекрасные до сих пор со всеми отношения. Встречаемся, общаемся с удовольствием. Вот. Потом была небольшая компания по продаже расходных материалов и оборудования в городе Самара. Я сам из Самары. Мы земляки с Максом Копыловым. Ссылочка на интервью здесь. Да, 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 да. С супругой Максима, Татьяной, я в свое время в художественной школе учился. Поэтому такие вот невероятные... Какой тесный мир, да? Да, 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 совпадения, не думаю. В какой-то момент я понял, что бизнес в Москве. Ну, потихоньку, потихоньку. Первый центр был на улице Гелеровского, просуществовал там он недолго. Здание там выкупил Сбербанк. Нам сказали в 3-дневный срок собрать манатки и все, да, и все, короче. Вот. Потом было такое известное культовое место на Даниловской, лофт. За лофт оно, по-моему, называлось. Рядом с Даниловским рынком. Это бывшая кожевенная фабрика. Очень красивый лофт. И там было пространство такое интересное с высоким потолком. Вот у меня, кстати, с того момента... Да, да. Страсть к высоте. Там мы только начинали. И через это место прошли, наверное, все... сегодняшние вот лектора, кто работает с увеличением, с микроскопом. Такое было классное время, интересное, веселое, беззаботное. Ну, не беззаботное, но мне было все это супер интересно тогда.
Но как сделать? На самом деле опыт, конечно, дает максимальную эффективность, дает опыт и количество повторений, как в любой другой сфере. Вот. Затем была еще одна локация, проект Dental Workshop, собственно, который многие... Который безумно известный. Известный, да. Потом в какой-то момент нас начали там клонировать, копировать. Я понял, что мы идем в правильном направлении, но вот сделали качественный рывок, вложившись вот в этот проект. Поэтому я думаю, что он будет актуален еще какое-то время. И я думаю, не у многих есть, не, желание это может есть, но возможности повторить, ну, дай бог, я считаю, что чем больше, тем лучше. То есть у вас сейчас получается два проекта, это Dental Workshop и учебный центр? Нет, у нас на самом деле много интересных проектов. Именно учебный центр? Именно учебные центры, Dental Workshop. Мы позиционируем это как проект для, ну, где-то начинающих, где-то... Окей, это хорошие учебные возможности, хорошие учебные возможности, но если мы говорим про Dent Optics, про вот помещение, где мы, локацию, где мы находимся, это... Именно в плане технического обеспечения максимально приближено к приему к приему в стоматологическом кабинете. Ну, я бы сказал, к идеальному приему в стоматологическом кабинете. Окей, значит так. Ну, потому что, ну, вот по экскурсии, я думаю, что многие согласятся. Что не у всех так в клинике. Далеко не у всех так в клинике. Над этим нужно работать, и руки могут быть, конечно, золотые, и голова золотая, но... Сейчас многое решает технологии, да. Хорошо. Что, кроме учебных центров, сейчас у компании Dent Optics? В портфеле. В портфеле. На чем еще? Что еще интересно? Это концепт эргономики. Я начал увлекаться этой темой, собственно, вот параллельно с учебными проектами. Концепт дентальной эргономики. Я вступил в ряды такой организации, Европейская ассоциация дентальной эргономики. Я ездил на их конгрессы, встречи, как-то участвовал вот в этой истории. Сейчас чуть-чуть потерял. Ну, на самом деле все одно и то же. Все проблемы известны, пути их решения тоже известны. Вот это из пустого в порожнее переливать. Вот. Поэтому это концепт дентальной эргономики, все, что с этим связано. На чем сидеть, через что смотреть, оптика, микроскопы, специальные зеркала, эргономичные инструменты, установки. Вот все, что в этом концепте. Если говорить вообще про линейку продуктов, то у нас контракт с Dentsply Sirona, контракт с Evoclar, контракт с Actéon, ну, многие-многие другие известные компании. Вот. И, собственно, это этот хобби с эргономикой вылилось в небольшую проектную организацию. Мне бы хотелось это называть архитектурным бюро. И мы делаем проекты с нуля. Вот. Стоматологических клиник? Стоматологических клиник, медицинских центров, косметологических. Ну, вот что-то такое простое. Какие клиники вы спроектировали? Потому что я знаю, что есть известные. Вот можете поделиться? Слушайте, я не знаю. У нас всегда есть договоренности о том, что это между нами. Ну,
Не знаю, не буду ли я смущать. Опять же, помогали или проектировали. Кому-то мы просто сделали планировку. То есть вот просто план. Хотя это сердце любого проекта, это самое важное. Кому-то мы делали там с дизайном, кому-то мы помогали с оснащением, с инженеркой. То есть, так скажем, глубина проникновения в процесс была везде разная. Но мы посотрудничали с Гаджи Дажаевым, с Максом Копыловым, с Ильей Скляровым. Боюсь просто, вот знаете, кого-то с одной стороны обидеть, а может быть, кто-то и не хочет. Я понял. Да. Но это очень крутые клиники. Да, мне очень приятно эти клиники посещать, понимать, что какую-то небольшую лепту мы в это внесли, и видеть действительно, что это успешные проекты. Успешные как бизнес-проекты, и о том, что они сделаны там 1, 2, 3, 4, 5 лет назад, но они до сих пор являются супер актуальными и будут актуальными являться еще долгое время. Ну вот еще хотел бы вернуться к учебным вашим проектам. Я знаю, что вы одни из первых, в принципе, начали интегрировать историю с тем, чтобы, допустим, вы привозите какую-то новую технологию, новое оборудование из-за границы, потому что в то время еще были определенные трудности. Вы привозите... Ой, какие сейчас с этим трудности? Кстати, да. Те трудности — это ерунда по сравнению. Но интересный факт, что вы одни из первых, кто не просто привозили и продавали, а начали обучать врачей на этом работать. Безусловно. В связи с этим вопрос. Да. Сколько примерно врачей вы обучили? Прошло через ваш учебный центр? Прошло через наш учебный центр? Да. Я думаю, что порядка 5000. 5000 врачей? Ну, это, мне кажется, вы применьшка. Вы знаете, это лучше, нежели бы я преувеличил. Ну, у вас большой акцент все-таки на такие, на... На более камерные истории, да? То есть, да, я вообще считаю, что за этим будущее, камерная обстановка, возможность пообщаться, вот, знаете, группа 20 человек и зал на 100 человек с точки зрения энергетики, информации, это абсолютно разного уровня процессы. Вот. И, конечно, нужно что-то делать руками. То есть на сегодняшний день, на мой взгляд, действительно крутой формат. Это в небольшой группе послушать теорию. Недолго. Не два дня. В небольшой группе послушать теорию. Посмотреть, может быть, даже живой кейс, то есть взять пациента и сделать какой-то кейс. Понятно, не для всех специальностей это возможно. И потом все это закрепить в практике. То есть вот такой двух-трехдневный формат с лайф-историей на там, пациенте, ну, либо там какую-то фантомную работу. Но вот сделать от и до. А не просто посмотреть красивые слайды на пусть и большом экране. Окей. Я тогда предлагаю нам сейчас переместиться с вами в другой учебный центр, в Dental Workshop. Да, с удовольствием. Тем более тут недалеко, буквально 10 минут на машине, все на райончике. Нам 10 минут, вам 2 секунды, и с помощью чудо-монтажа мы оказываемся в Dental Workshop. Ну что, друзья, мы с вами переместились в Dental Workshop. И сейчас снова здравствуйте. Вам пройдет экскурсию. Монтаж сработал. Итак, Dental Workshop. Прекрасное, интересное здание 1910 года разлива. Красный кирпич, лофт, помещение учебного центра на 20 мест практика. Все оснащено, каждое место оснащено микроскопом, повышающим наконечником. Вот на этих мониторах смотрит
смотрит вот эта сторона, на большом вот таком мониторе смотрит противоположная сторона, то, что делает лектор. И здесь такая лекционная зона. Видите, одно большое пространство, лекционная часть разворачивается, быстро трансформирующаяся из лекционной в практическую. Ну, что у нас тут из, так скажем, технической снаряги? Да? Ну, большие экраны, мониторы, микроскопы, флипчарт электронный. Супер. Как-то так. Это здорово, на самом деле, когда ты выводишь сюда слайды, показать вот что-то прямо на своем слайде. Вообще, на самом деле, интересная штука для, опять же, концепта цифрового, как интегрировать цифровой концепт даже, не знаю, на стадии консультации первичной. То есть, на самом деле, самый простой интраоральный сканер, сейчас огромное их количество. Вот, например, Aetis Helios 600, один из самых доступных на рынке, и вот такой флипчарт-планшет может вашу первичную консультацию сделать технологичной, понятной, удобной, красивой и быстрой. По помещению очень важная штука – свет. Так как, смотрите, здесь темный потолок, и мы закрываем здесь дневное освещение, здесь правильный медицинский свет. Это бестеневые светильники шведской компании DTEC. Вот каждое рабочее место индивидуально освещено, и на самом деле не устают глаза. Действительно, можно работать целый день. Очень крутая штука – свет. Важен ровно как увеличение, может быть, даже больше. Вот место для администратора. Вот какие-то вот фишечки у нас тут есть интересные. Зеркала хорошие, с родиевым покрытием микроскопные. Зона кофе-брейка. Зона такой чил-уголок. Классный, удобный. Вот этот стол кочует с нами с первого проекта. Вообще мне в этом помещении очень нравится. Я его люблю. Оно такое теплое, как сейчас модно говорить, ламповое. И здесь действительно очень классная атмосфера. Все-таки, видимо, вот за все эти 100 лет, что оно существует, намоленное место. И студентам здесь нравится. В общем, на самом деле атмосфера решает. Может быть, это и не... Все решает. Техническое оснащение, атмосфера. Ну, самое главное, люди, конечно. Главное, чтобы люди были хорошие. Возвращаясь к вопросу, что есть интересного и что интересное в ближайшее время будет. Безусловно, конечно, будет развиваться цифра, и мы в этой истории будем активно работаем и будем активно работать. Это то, во что я безусловно верю. И я верю, что это случится очень быстро. Это уже случилось. Когда я 10 лет назад всем рассказывал, что CRK3 это крутая технология, что обязательно нужно уходить в это направление. Люди крутили у виска, что какой CRK. И вы знаете, прошло всего 10 лет. Понятно, что несколько там поколений и CRK-ов, и сканеров сменилось, и они стали доступнее. Но на самом деле за достаточно короткий промежуток времени технология поменялось. И я в этом плане люблю сравнение с кульманами. Знаете, кульман что такое? В конструкторских бюро, знаете, такая большая, большой ватман, и возле него стоят инженеры-конструкторы, и вот чертят. Все, понятно, чертежная доска. Называется кульман.
И Кульман, где сейчас Кульманы? Это рудимент, нигде. Все чертят в автокаде, в каких-то специальных программах. То же самое со стоматологией. Зубной техник как таковой, в принципе, профессия зубного техника за последние 10 лет претерпела такие серьезные трансформации. Очень серьезные. Очень серьезные, да. Безусловно, остались художники, которые кистью рисуют центральные резцы. Но в целом это все уходит уже в полную анатомию, в фрезерование, в принтование. И вот каждый этап CAD/CAM процесса мы сопровождаем какими-то продуктами. Причем это продукты, которые прошли определенные, ну, так скажем, наши внутренние испытания, определенные клинические тесты. И это не просто принтер, не просто сканер, а это все-таки концепт, который как результат дает конечный продукт. То есть не процесс ради процесса, а процесс ради продукта. Ради результата. Ради результата, да. Как, знаете, зачем приходят пациенты в стоматологическую клинику? За зубами. Факт. Окей. Давайте еще более конкретно разберем о продуктах. То есть вы говорите, вы сопровождаете на всех этапах CAD/CAM-а, ну, всей истории CAD/CAM. Да. Можем прямо назвать эти продукты, эти бренды. Думаю, смотрите, ситуация на самом деле меняется, и, возможно, время выхода интервью это будет одна продуктовая линейка, через какое-то время она дополняется, сменяется, приходят новые игроки. Но если говорить именно вот о CAD/CAM, опять же, тут надо говорить о задачах. Если у вас задача там тотальное протезирование, тогда да, это prime scan, то есть это верхняя ценовая категория. Если у вас задачи там связанные с ортодонтией, лайнеры, какие-то небольшие работы, 3-4 единицы, тот же Helios 600 полностью закрывает эти потребности. Далее, что мы хотим делать? Если это фрезерование циркония, сухая машина пятиосная Roland DVX-52, это эталон индустрии, огромное количество инсталлированных станков, он очень точный, простой, надежный. Хотел сказать, как автомат Калашникова, наверное, сейчас не самое лучшее, не самое лучшее время для сравнения. Вот, если говорить о принтовании, это австралийская компания Asiga. Это тоже эталон индустрии, это высокого качества принтование, прогнозируемое. То есть вы берете материал сегодня, берете его завтра, через неделю, через месяц, нажимаете в меню конкретно выбранный материал, и вы получаете 100% одинаковый результат. Прогнозируемый, классный результат. С проблемы с принтерами более бюджетными, это, как правило, отсутствие вот этого постоянного. То есть подобрал настройки на этом материале, время там экспозиции и так далее, и так далее. И через неделю взял там новую банку у того же производителя, а уже результат не тот. Ну, на самом деле, кто принтованием занимается, он понимает, о чем я говорю. Вот. То, что касается фрезерования керамики,
совершенно актуальная вещь. Станки становятся более доступны. То есть, если это был там, несколько лет назад технологии Церек от Дэнсплайсерона, появляется много игроков, в том числе китайских, которые подтянули качество и вместе с этим дают достаточно доступную стоимость. Стоимость инвестиций. Все хотел спросить, наверное, про оптику. Все-таки оптика, компания оптика... называется Dendoptics. Давайте ваши рекомендации по брендам. С чего начать? Микроскопов и бинокуляров. Слушайте, у вас большая линейка по бинокулярам? У нас большая линейка. Я не хотел бы уходить вот в такую открытую рекламу, что называется. Это не реклама. Несмотря на то, что мне предоставили фактически такую возможность. Это больше для знакомства, для информации. Это не целевая реклама. Да, окей. Значит, подписчики узнали о брендах. Когда вы покупаете оптику, вы не можете ее купить... посмотрев в интернете. Я даже не рекомендую ее покупать, исходя из рекомендаций какого-то вашего коллеги. Это то, что нужно попробовать самому. Поэтому выставки, те же курсы, те же наши учебные площадки – я призываю вас потратить на это время и сделать осознанный выбор. Посмотреть одни, вторые, третьи, разные ценовые категории, разных производителей, в том числе и наших конкурентов. Но сделать этот выбор, исходя из своих собственных критериев и ощущений. Это очень важно. Ну и, конечно, я за индивидуальную оптику. И индивидуальную не просто изготовленную индивидуально, а правильно и грамотно замеренную. То есть одно дело крутой производитель. И не менее важная сторона медали – это человек, который, собственно, вам... этот рецепт делает. Вот. Если говорить о более серьезном увеличении, о микроскопе, опять же, на сегодняшний день огромное количество игроков. С точки зрения именно оптики, я бы поделил всех на немцев, китайцев в данном случае. То есть есть эталоны с точки зрения именно качества стекла и есть все остальные. То есть китайцы технологичные, у них много всяких фишек, плюшек, цветные экраны, встроенные там Wi-Fi, видеокамеры и так далее. Но с точки зрения оптики и эргономики, насколько микроскоп подвижный, насколько он взвешенный, все-таки им еще далеко. Окей. Я думаю, очень подробный и ценный ответ мы получили. Смотрите, мы открыты к диалогу, мы любим вопросы. Поэтому в любых... Пишите вопросы в комментариях. Да, пишите вопросы в комментариях. Находите нас в разрешенных и запрещенных социальных сетях. И, конечно, приходите на наши площадки, на хорошие курсы. И вообще вкладывайтесь в саморазвитие и в самообучение. Это те инвестиции, которые никогда не сгорят, они не подвержены никакой инфляции, и это то, что поможет вам быть крутым, быть лучшим в том, что вы делаете. Мне кажется, это то, чего мы и должны делать. Собственно. Вот еще вопрос по поводу ваших учебных площадок. У вас есть две классные площадки в Москве.
Да. А есть ли планы по расширению, возможно, на другие города, на другие страны? У нас, смотрите, у нас есть две классные площадки в Москве. У нас есть классная площадка в Питере, она так и называется Dental Workshop. Uh-huh. И у нас готовятся к открытию, прям буквально в ближайшее время, готовятся два классных крутых проекта. Это Алматы и Ташкент. В Алматы это будет суперсовременный учебный центр. Uh-huh. Я вас приглашаю. Мы приедем в Казахстан. Приезжайте. Следующий выпуск снимаем в Казахстане. Приезжайте в Казахстан, тем более направление популярное в последнее время. Вот. На самом деле у нас компания там с 2018 года, но вот мы последний год занимаемся подготовкой учебного центра, и это будет квинтэссенция всех наших знаний, технологий и опыта. Это должно быть прям очень круто. Вот. В Ташкенте чуть попроще, но тем не менее очень достойно, правильно, как мы любим. Окей. Я думаю, что получилось очень интересно и содержательная на ценную информацию беседа. Вот. Собеседование. Собеседование. Спасибо большое вам за ваше время. Спасибо. Вот, спасибо за ценную Успех. Информацию. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если было полезно. Отправляйте друзьям. Вот. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.